Владимир Иванович Даль. Ворона. Сказка. Жила-была ворона. И жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, с ближними и дальними соседками. Прилетели птицы из-за моря, большие и малые, гуси и лебеди, пташки и печушки, свили гнезда в горах, в долах, в лесах, в лугах и нанесли яичек. Подметила эта ворона, и ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать. Летел сыч и увидал, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает. «Постой, — говорит он, — негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу». И полетел он далеко в каменные горы к сизому орлу. Прилетел и просит: «Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу ворону. От нее житья нет ни малым, ни большим птицам. Наши гнезда разоряет, детенышей крадет, яйца таскает, да ими своих воронят питает». Покачал сизой орел головой и послал за вороной легкого, меньшого своего посла, воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она была, ну, отговариваться, а на нее поднялась вся птичья сила, все печуги, и ну щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего делать, каркнула и полетела, а все птицы взвелись и следом за ней понеслись. Вот и прилетели они к орлову жилью и обсели его. А ворона стоит посереди, да обдергивается, перед орлом охорашивается. И стал орел ворону допрашивать. «Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот разеваешь, у больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь». «Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Я только одни скорлупки подбираю». «Еще про тебя жалоба до меня доходит, что как выйдет мужичок пашню засевать, так ты подымаешься со своим вороньем и ну семена клевать». «Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Я с подружками, с малыми детками, с чадами, домочадцами только червячков из свежей пашни таскаю». «А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут в снопы, в копны сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить да копны разбивать». «Напраслина, батюшка сизой орен, напраслина! Мы это ради доброго дела помогаем, копны разбираем, солнышку да ветру доступ даем, чтобы хлебушка не пророс, да зерно просохло». Рассердился орел на старую врунью ворону, велел ее засадить во строк, в решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки. Там она сидит и по сей день. Thank you.